dvhub.ru. Я просто обои ободрал, обгоревшие. Там же тоже подделывало ремонт, толком все. Там потекло. Замыкают? Я что замыкаю, все замыкаю. Я говорю, у меня сестра уехала с тех трех комнат. Уже третий месяц. Ну тоже, потому что холодно, во-первых. Полы, то, что там вот проваленные были, ее ж не парень подремонтировал, а толку он вот так и провалился туда опять. Ну здесь посмотрите, что электропроводка находится с оголенными проводами, то есть необходима здесь замена или изоляция электропроводки, а так как еще пути эвакуации здесь вот загромождены, то есть эвакуационный путь шкафы установлены. Вообще в Краснофлотском районе у нас семьи, признанными в социально опасном положении, на сегодняшний день 238 семей. Домов частных, в которых проживают такие сложные, около 100 домов. dvhub.ru